Как наша жизнь изменится после 1 июля? Прям сразу никак не изменится. Значит, дальше Государственная Дума, я надеюсь, с облегчением уйдет на каникулы. В сентябре она вернется и начнет свою большую страду по приведению целого ряда федеральных конституционных законов, федеральных законов в соответствии с новой конституцией. А далее наступит осень. Осенью в целом ряде регионов будут выборы. Будет ли к ним приурочена вторая волна вирусной опасности и ограничительных мер? Не знаю, не уверена. Несмотря на всеобщую уверенность в том, что всех осенью опять закроют, я бы предполагала, что такого масштаба карантин система просто не выдержит. Он оказался очень дорогим и очень политически затратным. Дорогим экономически и затратным политически. Поэтому второй раз скорее вам, дорогие граждане, предоставят заболеть и помереть самостоятельно, не защищая вас силами полиции и Росгвардии от злого вируса. Я бы скорее предполагала это. А будут ли досрочные парламентские выборы? Не знаю. Много есть на эту тему разговоров, но я не питаюсь анонимными разговорами. Вопреки всеобщему убеждению о том, что можно что угодно, значит, легко оформить, я должна сказать, что довольно непросто юридически изобразить досрочные выборы Государственной Думы. Дума не может распустить самое себя. Возможны однократные передвижения, незначительные по решению Конституционного суда 2016 года для достижения государственно значимой цели, но если, поскольку выборы, если они пройдут в срок, то они должны быть в следующем сентябре, передвижение на почти на год все-таки нельзя признать незначительным. Ну и кроме того, с точки зрения политической, третью избирательную, федеральную уровень избирательную кампанию или регионального для тех регионов, которые будут осенью выбирать у себя губернаторов в законодательное собрание, трудно все-таки людям будет продать. И организационно это сложно, и уики не выдержат, и люди устанут приходить, то есть представить себе парламентские выборы в декабре. Можно, конечно, как принято в таких местах выражаться, у нас нет ничего невозможного, но я пока не вижу никаких, скажем так, причин для этого. Это первое, что касается деятельности государственной машины, что касается общественной активности. Пока началось голосование, вот второй день сегодня, идет с непрекращающимися скандалами. Конечно, символом его станут фотографии голосования на лавочках, на пеньках и в багажниках. Это действительно дикость. Это очень дико. Многое мы видали, но такого не видали. Неделя будет этого безобразия, значит, на глазах всего народа. Дядя Степа лезет в воду, вот это все будет происходить, эти фотографии и съемки будут множиться, ими будет заполняться пресса наша и иностранные социальные сети. Это останется. Что укрепляет меня в убеждении, что провести голосование можно, но извлечь из него политическую выгоду уже нельзя. Основанием, источником дополнительной легитимности оно не станет. Но оно не станет источником протеста. Я не ожидаю по итогам голосования протестных акций каких-то значительных. Я ожидала бы их сначала осенью, когда люди осознают новое экономическое свое положение, которого они еще не осознают, пока они радуются хорошей погоде, дешевым огурцам и тому, что разрешили выходить из дома без электронного пропуска. Эта радость немножко увянет вместе с дешевыми огурцами. Осенью настроения будут другими. Вот осень этого года и следующий год мы можем ожидать разнообразных протестных акций в явном или неявном виде, поддержанных региональными властями. Еще один наш процесс – это ползучая федерализация. Она началась не вчера, она не произошла из-за коронавируса, но ее усилил этот самый коронавирус, точнее борьба с ним, делегирование ответственности региональным руководителям и одновременное некоторое повышение их популярности на фоне снижения популярности всех представителей федеральной власти, без исключения, начиная с президента и всех остальных тоже. Вот вам наши повесточки ближайшего времени. Ну и рандомная репрессивная деятельность, хаотичные и точечные репрессии, но это не новости, они как были, так и остались. Для тех, кому они на голову падают, более-менее неважно, что они хаотичные и рандомные, для них на этом вообще весь политический процесс может и закончиться, но они остаются таковыми, каковыми мы их наблюдаем в ситуации после 2014 года. Тут пока изменений не видно и не предвидится. Спасибо, Екатерина Михайловна. Спасибо вам.